Всем привет, это Фролов Илья. Давно не записывал роликов и хочу подвести промежуточные итоги своих 26 лет. Скоро у меня день рождения в декабре, через пару месяцев. И в целом сейчас начато несколько важных дел. И есть те, о которых можно сказать как уже о завершенных. К таким относятся пешее путешествие и значитых, но еще не доделанных. Это высшее образование, так как в свое время я учился, но не закончил. Сейчас учусь на дистанционной форме. Изучение английского сейчас в подвешенном состоянии, потому что нет возможности практиковаться, что очень важно в изучении языка. И сейчас получаю опыт работы на одном месте долгое время, потому что до этого у меня были довольно короткие периоды работы, там около полугода-года. Вот. И если я решу куда-то мигрировать или эмигрировать, вот, мне понадобится стабильный опыт работы, стабильная профессия и образование, собственно говоря, то, чем я сейчас занимаюсь. Поэтому все силы на это сконцентрированы. Посмотрим, что из этого выйдет через 3 года, потому что в ближайшее время это все не провернуть. Для этого нужно, ну, быстрее это как никак не ускорить. Так что живем, получаем удовольствие от происходящего, и все будет хорошо, я уверен.